Филиппова, что на этот раз? Изнасилование? Или опять с гаишниками на трассе за место подрала? Человек пропал! Филиппова, какой еще человек? Платежеспособный. Слышь, ты что, хочешь, чтобы мы тебе еще клиентов разыскивали? В первую очередь он человек. Человек? Тогда пиши. Кто такой? Что такое? Где видела в последний раз? Ну как где? Ну, в гостиничном номере, вы знаете, так все замечательно было. Понятно, понятно. Что, как он себя вел? Может, лицо грустное было? Ну, знаете, я лица его в тот вечер не видела, потому что когда я... Давай без подробностей, ладно? Ага. Слышь, Филиппова, может, он что-то странное делал? Да, он меня наручниками приковал. Я думал, это нормально в вашей профессии. Это в вашей профессии нормально, у нас все по обоюдке. Зато вы зарабатываете больше. Зато от нас люди счастливее уходят. От нас тоже уходят, не жалуются. Так, ладно, ладно, пиши особые приметы. Давай, может, там родинка на лице или шрам на всю задницу. Вы что, его знаете? Да я просто пример привел. А, ну вот это все вышеперечисленные и... Ну, сантиметров. Ничего себе. Слышь, так может, он в Европу уехал? В фильмах для этих, для взрослых сниматься. Очень смешно. Слышь, Филиппова, а с чего ты взяла, что он пропал? Ну как это? Он же каждый понедельник, среда и пятница с 9 до 12 был у меня как штык. На протяжении 2 лет он, можно сказать, мне гражданский муж. Ага. И у вас был гражданский секс. Не смешно. Давай, давай. Подпись, дату, гражданская жена. Як, Макарек, ну, ну точно, ну, ну жена. Они ж в отпуск, гады, собирались, а? Очень. Тебе что, у нас четверг? А, значит, завтра пятница, значит, завтра он будет у меня. Ну я ж, ну начальник, ну красавчик, ну вот, ну вот, ну вот. Уйди. Ну люблю тебя, ну, и тебя там. Не, не Филиппова! Что? У тебя какая оплата в час? Ну все, такса не меняется, 100 по курсу. Значит, в следующий раз я тоже буду брать 100 баксов в час. Ты сколько времени у меня собрала? Так я... Иди отсюда! Грубые вы. Иди, иди, Филиппова. Ну как работать? $100 в час. Да, Семёныч, не тем мы занимаемся. Да, в принципе, то же самое.